Всем привет! Вы находитесь на канале «Потерянные эпизоды», и я сразу же прошу вас досмотреть это видео до конца и вслушиваться в каждое мое слово. В общем, да, сейчас мы с вами находимся прямо в той самой сцене, в той самой нашумевшей сцене с Катей в мясорубке, в четвертом эпизоде визуальной новеллы «Зайчик». Конечно, в этом видео будут спойлеры, но это и так понятно. В общем, если вы еще не прошли игру или не посмотрели ее прохождение, лучше сначала ее посмотрите, а потом возвращайтесь сюда. Итак, у нас сейчас на ютубе очень много развелось разных, так скажем, хайпажоров, которые пытаются набрать просмотров на том, что якобы Катю можно спасти в 4-м эпизоде «Зайчика». Сейчас я вам покажу все эти скриншоты разных этих вот хайпажориков, так скажем, которые набирают огромные просмотры, делают кликбейтные превью, кликбейтные названия. Если что, я уже проверял способ с ломом, способ с автокликером и способ с вытягиванием Кати в предыдущем видео. Вот справа сверху сейчас появится подсказка. И, ребята, давайте так, Катю в 4-м эпизоде спасти невозможно. Это просто нельзя сделать. Я хочу, чтобы вы максимально распространили это видео, потому что сейчас, опять же, ютуберы эти все специально обманывают аудиторию, специально говорят, что это можно сделать, и мне в комментарии пишут, и другим нормальным ютуберам пишут комментарии о том, что якобы можно ее спасти, если уронить лом, если уронить пилу, что-то еще в мясорубку, если зажать кнопку. Нет, это сделать нельзя. В файлах игры, то есть в том, из чего игра состоит, просто нет ни одной картинки, ни одного звука и ни одного скрипта, чтобы Катю можно было спасти. Если вы уже зашли в гараж, ее не спасти. Разработчики, когда говорили о том, что якобы ее можно спасти, имели в виду, скорее всего, то, что мы сможем ее спасти уже в 5-м эпизоде, вместе с Тихоновым, когда найдем гараж, но не в 4-м. Я надеюсь, что на этом я уже все объяснил. Ребята, ее спасти невозможно. Если вы видите еще одно видео от кого-то, где якобы способ ее спасти, заранее знайте, это фейк, даже не смотрите. Способа этого не существует. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Надеюсь, что больше таких кликбейтных видео на ютубе не будет. Всем пока.